Бережная себя ноги. Это у нас аккумуляционный бассейн, который превратили в полигон строительного мусора. Сейчас мы видим, как КАМАЗ разгружается. Не видно. Но процесс разгрузки видим. Ворота открыты. Заехал, кузов поднял. Скружает. Все желающие могут приехать днем, через забор посмотреть. Аккумуляционный бассейн забит мусором, строительным, там, прочим. Соответственно, все воду будут сейчас собираться. И потом уже вся вот эта ядовитая ядерная смесь плывет в Селенгу. Раньше там был незаконный снегоотвал. Сейчас что-то сваливают это. Подождем, когда уже идет.